Добро пожаловать на канал HardReset Info. Это устройство iPhone 12 Pro. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве сделать очень важную вещь, как проверить номер IMEI, ну и серийный номер. Вначале открываем приложение вызовы, затем нажимаем на кнопочку недавнее, либо же на клавиши сразу можете нажать. Затем вписываем звездочка, решетка, 06 и решетка. И здесь мы видим IMEI номер 1, IMEI номер 2 и MEID, который в айфонах часто используется вместо серийного номера, ну для разных там проверялок. Если же хотите увидеть именно ваш серийный номер, тогда вы в настройках должны найти пункт «Основные». Затем в самом верху этого списка найти пункт об этом устройстве. И здесь нажимаете на кнопочку, вернее, вы видите здесь надпись «Серийный номер» и ваш серийный номер. Теперь вы знаете MEID, который очень часто, когда во многих программах требует серийный номер, нужно вписывать MEID. Вот. Но если вам уже нужен прям серийный номер, тогда он находится именно там в настройках. Что ж, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!